Сегодня Каменке 416 лет. В парке Витгенштейна отмечали День города. Были танцы, песни, подворья, развлечения для детей и взрослых. Как это было, сейчас расскажем. День города. Праздник в Каменке начинается в храме Успения Пресвятой Богородицы. Здесь провели литургию. После богослужения крестный ход от храма до часовни. Крестный ход – это олицетворяет спасение души, то есть лестница к небу, то есть через крестные ходы, то есть раньше молились для того, чтобы Господь даровал дождь. Дальше в парк Витгенштейна для взрослых концерт, для детей конкурсы, игры, мастер-классы, аквагрим. Кстати, его нанести можно было и самим. Вот папа Ксюши старается, еще и подсказывает, что отвечать. Я сегодня кошечка. А меня папа. Кошечку рисовал? Папа рисует. Скажи, папа рисует. Папа рисует. Что-то еще будет? Цветочек у меня будет. Цветочки у меня будет. На щечке. На щечке рисует. Сегодня праздник. Сегодня праздник. Выставки, фотозоны, все в молдавском стиле. Тут особенно интересно иностранцам. Приехал из Польши немножко отдыхнуть в санаторий, а сегодня праздник, замечательный храм города. Пришел посмотреть столкнуться немножко на культуру, на историю. Мне как бы интересно, здесь, как люди живут, здесь история прошла там 500 лет, то много связей с Польшей. Потому для меня, как иностранца, интересно тоже изучить это, посмотреть, пощупать. Я первый раз в Приднестровье приехал. На сцене выступили и воспитанники школы боевых искусств дзюдо. Все победители разных соревнований. Например, у Андрея 3 медали. Начал заниматься с другом вместе, но он бросил. В будущем планирую стать или тренером, или профессионально заниматься этим видом спорта. По традиции, в День города лучшим жителям Каменки вручили награды. Номинации разные. Человек-легенда, золотая и серебряная свадьба, многодетная семья и не только. Что касается наших номинантов, здесь, конечно, хочется, чтобы люди знали своих героев в лицо. Зачастую мы даже не знаем, кто живет с нами по соседству. Сейчас сложились такие времена. Поэтому очень хочется, чтобы мы видели тех, кто заслужил, достоин награды. Поэтому мы их приглашаем на сцену. Завершил праздник концерт духового оркестра из Дубасар. Гуляние в Каменке до позднего вечера.